Приветствую вас, уважаемые зрители моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами одним интересным рецептом по приготовлению сала. Если вам сало уже надоело в разных видах, в жареных, в пареных, в соленых, и вы еще не пробовали вареное сало в луковой шелухе, то рекомендую попробовать. Рецепт простой и делается все очень просто. Главное, чтобы у вас было в запасе луковая шелуха. Берем небольшую кастрюльку, 4-5 небольших кусочка сала. Шелуху я предварительно хорошенько промыл водой. Положим Добавим в шелуху лавровый лист, укладываем наши кусочки сала, кажется, такой интересный, странный рецепт, но кто когда-то пробовал так приготовить, прекрасно знают, что сало получается очень вкусным. И берем 5-6 зубчиков чеснока. Сало у меня предварительно было просолено, и поэтому добавляем только приправы. Добавляю немного сладкой паприки и добавляю черный перец. После этого наливаем в кастрюлю воду. Ставим на плиту, доводим до кипения, убираем большой огонь и на маленьком огне примерно варим сало в шелухе 25-30 минут. Этого будет вполне достаточно. Поставили сало на плиту и теперь доводим его до кипения. После того, как вода закипела, поставил маленький огонь. Кинул щепотку небольшую тмина, небольшую щепотку зиры. Сало погрузил вниз под шелуху. И теперь, после того, как 25 минут сало проварится в данной жидкости, выключу газ и вынесу прямо в этой жидкости на балкон. И сало буду держать до полного охлаждения. После того, как сало охладится, его уже можно пробовать и кушать. Остудил на балконе, потом кусочки сала вытащил с кастрюльки, с рассола и положил на ночь в холодильник. И, как видите, получился такой вот цвет, очень приятный, как у сала горячего копчения. Очень вкусный аромат. С лучком, с хлебушком, самое то, друзья. Кто любит вареное сало, то рекомендую попробовать этот рецепт. Можно добавить также жидкого дыма. Но, конечно, жидкий дым я не рекомендую вообще использовать. Но при добавлении жидкого дыма появится такой запах копченостей. Ну, а, конечно, проще и лучше купить свою коптильню и коптить дома. У меня на видео есть плейлист по домашнему копчению. Я там показываю, как я копчу прямо в квартире на кухне. Специальная коптилка с гидрозатвором. Если вам интересно, ссылочка будет на плейлист в описании под видео. Заходите, смотрите. На этом буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Побольше вкусного сала.